Нынче мы часто задумываемся о покупке бюджетного микрофона, чтобы и цена не кусалась, да и качество звука было выше среднего. Ведь порой каждому хочется запустить стрим, либо просто во время игры, чтобы ваш голос не раздражал ваших друзей и собеседников. На просьбу многих геймеров откликнулись два бренда. Встречайте, Razer Serien Mini и HyperX Solocast. Сегодня, как вы уже поняли, мы обзорим и сравниваем сразу два микрофона, так как оба находятся в одном бюджетном ценовом сегменте. И перед тем, пока мы не начали, вводная часть обзора перед интро записывалась не на наш микрофон, а на один из них. А вот на какой именно, напишите в комментариях. Проверим вашу внимательность. Solocast – это самая младшая модель серии микрофонов HyperX. Хорошо подходит для стриминга и записи видосов, а также для общения в Дискорде. Razer Serien Mini – конденсаторный миниатюрный микрофон. Не занимает много места на столе, предназначенный для стриминга и записи видосов. Подключи и пользуйся без лишних настроек. Имеет ультратонкую кардиоидную схему захвата голоса. За счет этого он звучит чище и улавливает меньше шумов. Микрофон преимущественно захватывает звук, находящийся перед ним. Определить его перед можно, увидев индикатор. Есть крепление для пантографа, так же как у HyperX Solocast. По комплектации они оба ничем не удивят. У обоих имеются брошюрки, сами микрофоны, как это ни удивительно, стойки для использования микрофонов на столе и USB-провода для соединения с устройствами. Ну а теперь пробежимся по характеристикам. По характеристикам, как вы заметили, Solocast ничем не отличается от старшей модели Quadcast S. Главное отличие микрофона Solocast от его старшей модели Quadcast S – это регулировка чувствительности и выбор режима записи голоса. Внешние микрофоны очень маленькие, не занимают много места на столе. Напоминаю, что оба микрофона можно подвести на стойку, то есть пантограф. У Solocast на передней стороне микрофона есть индикатор, показывающий, что микро включен или нет. Сзади есть выход USB Type-C, что очень хорошо в 2020 году. Также сверху микрофона есть сенсорная кнопка, отключение и включение звука в микрофоне. Очень легко снимается с подставки, за счет чего микрофон можно поставить в любое положение. Что касается Serien Mini, также на корпусе есть индикатор. Подключение микрофона идет через micro-USB, что может быть небольшой проблемкой, так как на сегодня актуальность на стороне Type-C. Теперь поговорим немного о подставках. У Solocast подставка резиновая. Микрофон не будет скользить по столу. Помогает избавиться от вибрации на микрофоне небольшая резиновая вставка на подставке. Можно регулировать угол наклона. У Serien Mini сборка пластиковая. Пластиковый микрофон, ножка, корпус и основание подставки. Он собирается из трех частей. Подставка способна менять угол наклона. Особенности. Тут про Solocast. Минусы. Поп-фильтра, так же как и регулировки чувствительности, как у старшей модели, на микрофоне нету. Что про Serien Mini? На нем есть встроенный поп-фильтр, находящийся за металлической сеткой. Также есть система гашения вибрации. Из минусов я бы отметил разве что пластиковую сборку. Теперь самая главная часть нашего обзора. Это тесты микрофонов. Сравним оба микрофона и на разных расстояниях записи. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, с вами Dagger и магазин APGUS. Запись ведется на ближней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, с вами Dagger и магазин APGUS. Запись ведется на средней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, с вами Dagger и магазин APGUS. Запись ведется на дальней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, с вами Dagger и магазин APGUS. Запись ведется на ближней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет. С вами Dagger и магазин APGUS. Запись ведется на средней дистанции. Раз, два, три, четыре, пять. Всем привет. С вами Dagger и магазин APGUS. Запись ведется на дальней дистанции. Записи ведутся без обработки. И самое время перейти к долгожданному розыгрышу, в котором для вас будет приятная новость. А именно, раз у нас два микрофона, то и победителей будет тоже двое. Подписаться на YouTube-канал, прожать колокольчик и оставить любой комментарий. В Инстаграме под этим видео отметить трех друзей.
Микрофоны, как и другую продукцию, вы можете приобрести у нас в магазине. Все контакты в описании под видео. А мы с вами прощаемся. Обязательно оставляйте комментарии под данным выпуском, зашел ли он вам. С вами был Дайгер и магазин Апогуз. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.